Перед отступлением из Москвы наполеоновские войска попытались взорвать Смоленский собор монастыря. Спасли его самоотверженные монахини обители. Как? Расскажем в сюжете. В 1524 году был заложен Богородице Смоленский Новодевичий монастырь. Именно отсюда, с этого места, 10 лет тому назад, в 1514 году, отправлялся для совершения отвоевания Смоленска Василий III, прощаясь здесь с Москвой и с русским народом, с москвичами, которые отправляли его на ратное поле для возвращения Смоленска в лоно русской земли. Именно здесь, впоследствии, 10 лет спустя той победы, Василий III закладывает Смоленский собор. Его золотые главы, их вы наблюдаете сейчас там, в запрудной части. Новодевичий монастырь является последним пристанищем для многих великих людей, оставивших неизгладимый след в судьбе нашей страны. Один из таких – герой Отечественной войны 1812 года генерал Денис Васильевич Давыдов. Он был не только выдающимся военным лидером, но и талантливым поэтом. Давыдов основал партизанское движение, которое сыграло решающую роль в борьбе с Наполеоном. Во время пребывания французской армии в Москве были оккупированы многие монастыри. Такая участь не миновала и Новодевичий монастырь. Когда французы отступали, они заминировали Смоленский собор. И только чудом инокиня Сара неожиданно обнаружила запалы в подклете Новодевичьего монастыря в самом его центральном и главном здании, в соборе. Позвав других насельниц, они вместе потушили фитили.